Всем привет, ребята, с вами я, Мистикаш. В этом видео я вам расскажу, как же сделать тюб. Короче, тюб у всех произошел. Вот, все говорят, что купил только уже за 900 млямов. Все, типа, все уже покупают вещи за дорого. Хорошо, что я некоторые вещи оставил себе, не продал ничего. Вот так, сейчас вам скажу. Вот сами видите, у меня 270 млямов. Вот как же сделать тюб, я вам сейчас объясню. Сейчас, например, я зайду на анархию, например, скажем, на 502. Вот, у меня тут 52 тысяч, точнее 520 тысяч. Вот, например, я продаю все за 10 лямов, сейчас. 10 лямов вставляем, все. А же это уже второй тюб, мне кажется, что уже пионер забанит всех, кто тюбает. Вот, я продал все за 10 лямов. Сейчас заходим на анку, где у меня там был... 270 лямов. Сейчас захожу на свой, свой аукцион и покупаю все за 10 лямов. Кажется, все пока что не пойдет туда. Сейчас мне самое главное зайти на аукцион, чтобы оно залагало. Так. Давайте подойдем, чтобы залагало. Так. Я залагала. Так, ну же, лагай. Хоть если так посмотреть, уже все за торгу вставляет. Посмотрите. Только один сфера, только одна сфера. Все уже покупает, ребята, все. Хорошо, что я, конечно же, коблин подал. Я поставлю. Вот, блин, подождем, чтоб залагало. У меня 1 миллиард, у меня 1 миллиард денег, у меня 600 миллионов. Круто. Не, я бомж, у меня 1 миллиард денег, я бомж. Да. Кстати, сам Донат, Донат поздоровался. Сам здорово, пацаны. Так, а вот залагало, блин, а мне залагало, потом отлагало, это считается, либо нет? А? Дом. У меня залагало и после этого отлагало. Это считается либо нет? Нет. А, понял. А чтобы загрузка предметов было написано. Если не будет написано, то не надо. Давай быстрее. Не, это нормально. Лагаешь? Не, это нормально. Ой, извините. Да, блин, лагай. Черт возьми. Вот такой кирка за 10 лямов продает. Очуметь. Хорошо, что обсидиан не за столько продает. Опа, залагал. Быстренько заходим на руку, где у меня там был деньги. Быстренько пишем хаб. Потом опять заходим на танку. Опять же пишем хаб. Он 502 и хаб. Он 502 и хаб. По такой теме он нам туда пойдет много денег. Сейчас несколько раз сделаем. Итак, еще 5 штук сделаем. Один пошел. Так. Он 502, хап. Он 502, хап. Он 502, хап. И он 502, и хап. А, все, я уже не смог сделать это. У меня уже деньги пришли. И у меня 660 лямов. Вот по такой теме вы можете... Быстренько зайти, конечно, быстрее заходите. А то у вас, конечно же, не получится. Может, уже пофиксят. Так что быстренько наберите где-то там, например, 100 миллиардов. И вот, по такой теме можете набрать денег. С вами был я, Мистер Клаш, Реферайт. Всем пока, удачи, всем пока. Всем пока-пока. Пока. Пока.